Всем-всем-всем добрый день. У нас день. На улице 22 градуса. А мы с девчонками куда идем? В гости. Кому в гости идем? Все, идем? Маша, на пакет неси, там тетя Женя это вышивки. Выберет себе вышивку, она какую хочет. Она тоже, кстати, занимается вышивками. Мы решили прогуляться. На улице хорошо. Она мне позвонила, говорит, приходи, я одна дома. Скучно. Я бегу. Бежим с девчонками. Девчонки просто к Шуше хотят. Помните, у меня шиншиллу Шушу? Я ее подарила своей подруге. И вот он. Девчонки хотят его очень сильно увидать. Меня уже давно уговаривают, мам, ну пошли уже. Калитка опять не открывается. Я говорю, пойдем, пойдем. И вот собрались. Сейчас вроде мороза такого сильного нет, можно девчонок выгулить. Да, смешно, конечно, звучит. И мы идем к подруге, к моей в гости. Тут соседская собака у соседей. Ну, не так холодно, да, сильно? Ну, 22 градуса, по идее. Ну, у нас плюс 3 градуса добавлять всегда надо, потому что наш градусник прет. 25 получается на улице. В принципе, ничего, нормально. Сейчас сходим до подруги в гости и посидим там, поболтаем. Что-то на улице вообще никого не видно. Ладно, идем. Ребят, а вот наш Шушка, за которого вы так переживали все, то, что подруге подарил, он у подруги уже обои погрыз. Теперь уже тут у нее живет. А ты песок-то ему спала? Сыпала, потом высыпала его. Он покупался. Он видел, как эту всю купалку разгрыз вообще. Не надо выпускать. Ты что, вот у тети Жени тогда все обои сгрызет нафиг. Он кусается? Девчонки пришли в гости к Шуше. Че он кусается-то? Это твой же Шуша. Ты че? Че он будет кусаться-то? Он у нас добрый мальчик. Тетя Женя, правда, испугалась, когда первый раз. Будешь еще с ним разговаривать? Так ну, разговаривай. Хорошо, блядь. Кстати, вот такую вот молитву можно еще раз заказать. Настя, угол только этот страшный. Да я его нет. Показывай, пожалуйста. Не-не-не. Вот эту вот молитву, кстати, если тебе надо, я могу еще заказать. Пока вот. Показывала то, что подруга вышивает. Шуша спрятался? Защелкивай. Забыла, что ли? Ладно. Так что он в хороших руках. Сходили мы до подруги. Девчонки идут. И идем домой. Домой, домой. Время ночь. А мы ночь. Время 8 часов вечера. Мы сидели там все у нее. Девочки наигрались там. И счастливо. Ладно, бежим домой, это на улице. Мороз, у меня руки замерзли. Всем привет. Илья, поздоровайся. А то скажешь, что я тебя вообще не показала. Да я занят. Ильюша будет сейчас делать какую-то... Это для школы? Да. Таблицу. Попросил ноутбук. Так как у Егора здесь компьютер не работает. Будешь мне сегодня помогать? Ляпать. Кого ляпать? Пельмени. До пары до двух. До двух часов уроки? Потом мне надо будет в город за билетом. Вы во сколько поедете? Нет, после пары. Сегодня? Да. Так завтра 23-й выходной. Так завтра 23-й, вот, а послезавтра у меня уже учеба. А, понятно. Ксюха там опять играет. Все ясно, ладно, пускай уроки делает. Я достала весь фарш и мясо, филе. Хочу перекрутить и сделать к вечеру пельмени. У нас время день. Ну, 4 часа дня уже, можно сказать, к вечеру. Так, и время... Ой, температура 26 градусов на улице. В принципе, ничего, нормально. Я пошла в магазин, схожу. Надо купить молоко, хлеб, яйцо. Фарш растаивает. Потом
потом приду, тесто сделаю, буду лепить пельмени. Форму занесла для пельменей, потом покажу вам. Тайсон! Тайсон! Тайсон из будки вылез. Еще раз хочу показать будку у Тайсона. Тропка тоже к нему прочищена. Тайсон все съел? Молодец, все съел. Фу! Фу, я сказала! Фу, Тайсон! Еще раз показываю, что в будке у него снега нету. Фу, опять всю солому куда-то дел. Куда солому дел? Мне подписчики писали солому положить, я им положила. Ну и где она? У него будка нормальная. Крышу, кстати, ему очищали. Фу, Тайсон, на место. Пусти меня. На место, говорю. Ну, Тайсон, я знаю, что ты меня любишь. Так что, надеюсь, на ваш вопрос ответила. Да, Тайсон? Вредный мальчик. Он меня с ног сшибает. Вы говорите, он маленький, худенький. Он меня с ног сшибает. Да? Вредный пацан. Ладно, иду в магазин за хлебом, за молоком и за яйцом. Все, пришла я с магазина. Сейчас покажу, что купила. Ну, в первую очередь, купила яйцо для того, чтобы сделать тесто для пельменей. Да, вы мне писали, что Настя в тесто для пельменей не ложится яйцо. Не знаю, я всегда ложила яйцо. И вчера, вот знаете, вот после этого комментария, после этих комментариев, что Настя, да, никто не ложит в тесто яйцо, что-то напридумывала, лишь бы ничего не делать. Я решила погуглить рецепты. Везде ложится яйцо, ребята. Не знаю, почему вы так решили, что в тесто для пельменей не ложится яйцо. Ладно, не будем об этом. Дальше купила бумажные салфетки, у нас дома закончились. Купила немножко колбаски, сейчас деткам приготовлю. Дальше купила молоко, вот, 2 литра, все, забыла, как называется, да? Потом взяла влажные салфетки, мне надо обычные, ну, обычные водяные, без всяких ароматов, без всяких этого. Потом объясню, для чего. И также 3 булки белого хлеба купила. Вот все мои покупки в целом. В целом все мои покупочки. Фарш у меня еще плохо растаял, поэтому жду, когда растает фарш. И будем с вами лепить пельмени. И хочу также налепить манты. Но манты, вот я смотрела рецепты, некоторые делают с тыквой, некоторые с кабачком. У меня ни того, ни другого нет. Я сделаю с картошкой. Картошку с мясом сделаю. Поэтому, если вам он будет интересен, то оставайтесь со мной. Ладно, я сейчас попью кофе и займусь кое-какими делами, а потом покажу вам. Будем с вами, то есть, потом делать тесто на пельмени и покажу, как я его делаю, как... Ну, мой рецепт теста. Вы, конечно, можете делать по-своему, без яичек. Ладно, оставайтесь с нами. Мы решили с детьми часик отдохнуть с вышивкой. Я здесь сижу, отдыхаю. Сейчас покажу, где у меня дети отдыхают. Оксана, покажи, что делаешь. А Маша? Маш, покажи, что делаешь. Маш вышивает тоже. Вот так вот мы отдыхаем с нашими девчонками. Девчонки там вышивают своих далматинцев. Я вам потом покажу, что у них вышито. Катя, а ты что, не хочешь пока? Катя у нас молодец, много уже вышла. А я начала вот такую вот панельку вышивать. Но это вот я за один вечер вышила вот этот вот цветочек. И дальше продолжаю. Сейчас немножко отдохну. Мыслями соберусь. Полчасика себе дам повышивать. И пойду лепить пельмени с детьми. Просто... Я хотела сейчас, тебе девочки сказали, мам, подожди немножко. Говорит, мы сейчас довышиваем и потом пойдем. Но раз они вышивают, я тоже решила немножко повышивать. Ну что, приступаю к работе. Всем здравствуйте. Начинаем делать тесто на пельмени. Что мне для этого понадобится? Конечно же, соль в первую очередь. И я всегда в тесто добавляю яйцо. Да, многие писали, что Настя, яйцо не ложится в тесто для пельменей. Ребят, каждый делает по-своему. Я делаю с яйцом. 2 яйца разбиваю сюда. Остальные убираю. И немножко добавляю растительного масла.
Сейчас все это взобьем и будем добавлять муку. Так, все, ребята, тесто я сделала. Пусть оно у меня теперь полежит немножко. А я прокручу остатки филе куриного, которое у меня было. Лучок почистила, сейчас перекручу. Все, мое тесто, видите, оно такое мягенькое. Я стараюсь сильно упругое не делать. Потом раскатывать будет очень хорошо. Все, сейчас накрою полотенцем, пускай стоит, а мы пока займемся фаршем. Так, дорогие друзья, наша с вами задача вот это вот мясо перекрутить, филе, что у меня было заморожено. И вот этот вот весь лук сейчас я тоже перекручу. Ну что, приступаем крутить. Так, перекрутила я фарш, и тут вот куриный перекрутила, это у меня свиной, но видите, он еще все еще не разморозился, хотя достала еще днем. И вот жду, когда разморозится, и будем делать. Пока буду перекручивать, резать капусту, картошку для мантов и для ленивых голубцов, а это пускай размораживается, и буду готовить ужин. Так поверни нормально, рассказывай, что это у тебя. Собачка. Да, ребята, вот эту вот собачку кто вышивает у нас? Оксана. Так тихо, медленно, тихо-тихо говори. Сейчас я свет включу. Покажи, где ты что здесь вышила уже? Вот это вышла. Да, и вот ротик начала вышивать. Вот ротик у нее будет коричневой ниточкой. Крестики, конечно, криньки, но она еще только учится, да, Оксаночка? И будет вот такого далматинца она вышивать. Вот такие вот у нее крестики. Давайте поставим Оксане оценочку за то, что она вышивает, да? Всем, кому нравится, обязательно лайк за Оксанину вышивку. Так, а я сейчас буду заниматься картошкой и капустой. Картошку дети у меня там чистят, сейчас они почистят, я пока нарежу капусту для ленивых голубцов. И будем сегодня всю ночь, по ходу дела, буду лепить. Ладно, и готовить буду сейчас ужин. Так, поставила воду на макароны и отмывала вот эту вот старую бабушкину штучку для пельменей. Поставила тоже сушиться. Пусть сохнет. Сейчас сварю макарошки с колбаской. Сейчас, наверное, выпущу эту часть видео, пока у меня тут, видите, мясо размораживается. Совсем еще не разморозилось. Поэтому буду ждать, пока буду готовить ужин. Потом нарежу картошку, капусту для ленивых голубцов, для мантов. Натеру как раз картошку на терке. Вот такие вот у нас будут блюда. А продолжение вы увидите, наверное, в следующем влоге. Если вам понравился сегодняшний влог, не забывайте поставить лайки, подписаться на наш канал. Не знаю даже, что сказать. Скажет одно и то же каждое видео говорит. Ну, вот такие вот у меня новости. Размораживаю мясо, будем делать сегодня все для мантов и для ленивых голубцов, для пельменей. Целый тазик фарша будем лепить. Завтра же 23 февраля, надо все-таки поздравить моих мужчин, у меня их четверо. Егор, Ильюша, Ваня и муж. Четверых надо поздравить. Если интересно, да, мужчины, поздравляю вас заранее с 23 февраля, желаю вам крепкого здоровья и желаю всего самого хорошего, оставайтесь с нами, на этом с вами попрощаюсь и начну снимать новый влог, всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, а вот сейчас мы вас хотим познакомить с нашим милым Феликсом, вот такой вот у него тут домик, это сфинкс
Ему 17 числа исполнилось 2 месяца. И вот такой вот он у нас милый. Дети долго не хотели показывать, но вот мы решились показать ему. Все-таки уже 2 можно показать. Он красивый мальчик, шаловливый такой, играющий. Дети очень счастливы. Все, кто с нами общаются, все уже давно знают, что у нас он появился. И вот теперь вас с ним знакомим. Просьба любить и жаловать нашего маленького сфинкса. Строго не судите, как смогли, так засняли, потому что он шкодный, на месте не сидит. На канале влог «Жизнь с домашним животным» более подробно будет видео о знакомстве.